В день всероссийских гуляний и праздника весны и труда 1 мая в краевой столице состоялась первая в истории встреча Краснодара и питерского «Зенита», дебютанта российской премьер-лиги и чемпиона страны. Наверное, результат, с которым завершилась эта встреча, был несколько неожиданным – нулевая ничья. Спустя несколько месяцев матч между этими соперниками проходил на стороне обладателей золотых медалей чемпионата. И на этот раз краснодарцам не удалось отобрать очки у питерской команды. 5 безответных мячей отправили в ворота горожан игроки «Зенита». Сейчас же о кризисе в питерской команде не говорит только ленивый, а раненый зверь, как известно, опаснее всех. Вследствие этого, вероятно, это будет одна из самых трудных игр для горожан в сезоне. После матча с самарскими крыльями «Советов», в котором, по словам наставника горожан, команда потеряла очки, но выглядела достаточно хорошо, Краснодару важно не утратить ощущение игровых связей в атаке и с гораздо большим вниманием отнестись к игре в обороне, чтобы не допускать обидных ошибок. К встрече с петербуржцами Краснодар подходит в хорошей физической форме. Проблемы с травмированными игроками отсутствуют, а вот мотивации на предстоящий матч достаточно. А состоит она в том, что на сопернике VIP-уровня, каким без сомнения является «Зенит», проверяется боеспособность и дисциплинированность команды. А как известно, порядок бьет класс. Просто надо собраться, не растерять дух игры команды в последних турах и дать бой чемпиону. Они фавориты, это потому что они сильная команда, сильные исполнители, хорошие игроки. Но мы можем через борьбу, через желание сделать что? Наш футбол — это самое важное, и будем продолжать, потому что две последние игры мы набрали 4 очка, и за нас очень важно. Играем дома перед нашим болельщиками, с чемпионом России, и будем, мотивация большая у наших парней.